На окончательной ступеньке групповой стадии чемпионата мира по футболу в Бразилии встречались сборные Швейцарии и Гондураса. Швейцарцы убедительно обыграли своих соперников. Все три гола в этой встрече забил полузащитник Шердан Шакири. Сборная Гондураса так и не сумела забить ни одного гола. Итого 3-0 Швейцария разгромила Гондурас и в плей-офф будет играть с Аргентиной.